вот эта фотография, 70 с лишним лет, это мы зашли к нам уже в Германию, вот, а это мы переделали уже здесь. Ну вот это. Ага, вот. Вот, это вот. А это вам сколько лет здесь? Здесь как раз война закончилась, еще 20 лет не было. Ну, я 25-го года, и я закончила после 7 классов, я детдомовская, в интернате выросла, сирота. И я закончила этот, училище медицинское, и получила диплом, и война. И меня взяли на фронт. Это сейчас Екатерина Ивановна еле-еле ходит, а 70 лет назад она дошла от Сталинграда до Берлина через Одессу транзитом всего на несколько дней. До этого она ни разу не видела моря. 3 дня мы не могли войти в Одессу, и все-таки мы вошли в Одессу. Была грязь, конечно, это апрель, как-то, по-моему, пасмурно даже было. А 10-го было хорошо. 10-го было солнце, но прошел грибной дождь. Дождь такой прошел, ливень и солнце такое 10-го. Но мы когда сдали раненых, мы молодые сестрички, мы не знали эту Одессу, мы спустились к морю, было пасмурно было. И море такое было спокойное, солнца не было. И очень спокойное, как будто бы, как будто грустное. И везде вдоль берега, везде были эти таблички. Заминировано, заминировано, заминировано. Екатерина Ивановна была медсестрой. В 17 лет она уже вытягивала на себе раненых, успевая уворачиваться от немецких пуль. 70 лет назад интернатовская девчонка даже не задумывалась, что она уже сейчас пишет историю. Что и ее бессонные ночи и голодные дни сделали мир таким, какой он есть сейчас. Спасибо и вам, что нас не забываете. Спасибо. И вам спасибо. Все, держитесь. Вторая неделя апреля у Екатерины Ивановны самая напряженная в году. К ней приходят депутаты Верховной Рады и городские чиновники. Им нужен пиар. А Наде и ее друзьям просто нужно сказать спасибо тем 16 ветеранам, которые 71 год назад хозяевами прошли по Дерибасовской. Эта инициатива, скажем так, просто идет как от одесситов. Я как просто тоже одесситка в Фейсбуке и в других соцсетях кинула клич, люди откликнулись, вот, собственно, так и родилась эта инициатива. Мы просто пытались попробовать свои силы. Сможем ли, как бы, насколько откликнутся люди? Вот. Ну и, собственно, как бы вот 16 человек, освободителей Одессы, у нас получилось в этом году поздравить. Продуктовые наборы собирали всем миром. Мир, правда, ограничился 20 человек, которые пожертвовали 5 500 гривен. Этого впритык, но все-таки хватило на самое необходимое. То, что в магазинах подорожало и влетает старикам в копеечку. Ну вот у нас макароны, 2 пачки макарон большие. Немного сладости, тут печенье разное, конфеты и немного фруктов. И, собственно, вот сам паёк. Тут мука, гречневая крупа, манная крупа, 2 килограмма сахара, чай. Одессу запретили бомбить. Аккуратно и нежно, но беспощадно и бескомпромиссно. Советские солдаты шли на город. В Одессе стоял словацкий полк. Во время штурма города советскими войсками словаки указали, где заложены мины. Так сохранились многие исторические здания. Наши шли по бульварам и проспектам. Установка «Впереди Одесса» творила чудеса. Молниеносно штурмом освободители взяли Пересыпь. 10 апреля, уже в 11 утра, на балконе разминированного оперного развивался советский флаг. В Москве 324 орудия дали 24 залпа, радуясь за Одессу. А здесь, в центре, состоялся свой парад. Война есть война. Что говорить? Василий Васильевич разменял 10-й десяток. На фронт он ушел в 19, в 20 был в Берлине. Победу встретил в госпитале. Многие там ее не дождались. Умирали на операционном столе. Изуродованные молодые солдаты выбрасывались из окон госпиталя. Бойцы, прошедшие всю Европу, в стенах санчасти умирали от алкогольного отравления. Эти смерти не значатся в статистике, но они тоже легли на алтарь победы. Когда объявили День Победы, то мы все вышли, кто у какого оружия были, стреляли, радовались.
9 мая 45-го Василий Васильевич стал отматывать в памяти войну назад. Освобождение Одессы для него было особенным, ведь он отсюда. Потом форсирование Днестра. Именно за эту переправу Василий Васильевич получил медаль за отвагу. Мы нашли бочки пустые, потом брали с сараев двери, там все, делали такой плот, на нем пулемет, 4 человека, и палками через Днестр плыли. Ну, конечно, и обстреливали нас, и бомбили. Но что запомнилось, встречались нам убитые наши солдаты, плыли мертвые. Это дело в том, что неделю раньше, в сороках, форсировала Днестр 38-я армия. И вот наши солдатики бедные, погибшие, уже плыли тут. Слезами на глазах. Потом были чужие Румыния, Польша, Германия, сотни километров, десятки рек, тысячи убитых товарищей, серп и молот над Рейхстагом. Из Берлина Василий Васильевич вернулся в Одессу. После войны ему дали здесь квартиру. Это самый крупный подарок, и тот от Советского Союза, а не от независимой Украины. Периодически Василию Васильевичу дарят холодильники, устанавливают стеклопакеты и посылают открытки. Но до сих пор освободитель Одессы недополучил 17 тысяч гривен помощи ко Дню Победы. А в маршрутке его не всегда везут бесплатно. А если и везут, то так, что ездить больше не хочется. Я не успел сесть, я с палочкой. Как он дернется, и я упал на стуло. Если бы не стуло, я был на полу. До сих пор у меня рука болит и сердце. Я говорю, что ты делаешь? Мне 91 год, я инвалид войны. Я говорю, еле на ногах держусь, а ты вот такое дело. 91, что ты врешь? Так что тебе, в 19 лет ты в армию пошел? И обидно, очень обидно. Что я говорю ему, вместо того, чтобы сказать спасибо, или пожалуйста, извините, или наоборот, оскорбляет. С моральной стороны вопроса все равно дела обстоят чуть лучше, чем с материальной. Средняя пенсия участника войны в Украине немногим больше 1000 гривен. В Беларуси ветераны получают уже около 3000, а в России все 12. Но бывшие республики страны-победителя плетутся в самом конце списка выплат ветеранам Второй мировой. В побежденной Германии пенсии участников войны от 1000 евро, в Великобритании от 2 до 9. Израиль платит своим ветеранам $1500 в месяц, а Соединенные Штаты – как минимум 1200. Мы страна-победитель, и ветеранов осталось тоже считанное количество, но почему-то даже о них общество не в состоянии позаботиться. В Одессе сейчас осталось не больше 2000 ветеранов и только 16 освободителей Одессы. 8 из них уже не могут самостоятельно передвигаться, ведь всем уже за 90. И даже в таком возрасте и такому небольшому количеству живых героев и легенд государство не может обеспечить уютную старость. Хотя по бумагам все, как всегда, очень нарядно. Все льготы ветеранам войны регламентируются законом про статус ветеранов войны. Согласно этому закону, перечень льгот на самом деле громадный. То есть это полное освобождение от уплаты всех коммунальных услуг. Это бесплатный проезд, бесплатная установка телефонов, бесплатная связь. Также положено санаторное лечение раз в год. Это если по льготам. Если по выплатам, то, во-первых, прибавка к пенсии у всех в зависимости от категории. И также ежегодно к 5 мая по закону обязаны выплачивать дополнительную денежную выплату. А вот в Чехии, например, помимо стандартных транспортных и коммунальных льгот, ветеранам войны положено раз в год поездка в санаторий за счет Минобороны. Во Франции участники Второй мировой выходили на 5 лет раньше на пенсию, плюс в их распоряжении знаменитый дом инвалидов. В Британии ветеранам предоставляют бесплатных сиделок, а в США – бесплатную технику для инвалидов. А в Украине даже нищенскую пенсию ветеранов обложили налогом. По факту, многие из этих льгот, которые полагаются ветеранам, они не выплачиваются.
У меня вот есть случай, ветерану войны до сих пор за 2011 год не могут выплатить денежную премию, которая была к 5 мая, в размере 6,5 тысяч гривен. И он никак не может добиться, чтобы ему ее выплатили. Получается, единственный, кто реально может помочь ветеранам, это волонтеры. Именно поэтому на дороге Одессы выезжают такие, как Надя. Совсем недавно она и ее друзья организовались в благотворительный фонд. И скоро они начнут подготовку к 9 мая, чтобы снова увидеть радость в старческих глазах. Николай, вот они, безымянные. Николай Ксенофонтович – полковник. У него на шевронах танки, на груди ордена и медали, в глазах слезы, а в памяти – освобождение родного Николаева, уже ставшей родной Одессы и малознакомых Будапешта и Вены. Европа восхищала Николая Ксенофонтовича, но она не могла сравниться с Одессой, ведь в ней встречали свои. Когда узнали уже, что это наши, наши, наши выбегать, у меня аж слезы на глазах их вспомнили. Целовать, обнимать, вот, приглашать к себе. Николай Ксенофонтович и еще 15 ветеранов – единственные в городе, кто знают, каким было то самое 10 апреля. Это знание надо хранить. И не только по праздникам. Каждый день надо помнить, как тогда шел дождь. Помнить, как бежали немцы и румыны. Нужно помнить всегда, за что назван наш город героем. Родная земля, где мой друг молодой лежал обжигаемый боем, недаром венок ему свит золотой, и назван мой город героем, и назван мой город героем. Учет.